Киргизии почтили память погибших при пожаре на типографии в Москве. Акция прошла в центре Бишкека. Всего жертвами трагедии стали 17 человек, трое россиян и 14 граждан Киргизии. Власти страны объявили, что окажут их семьям всю необходимую помощь. Сотрудники посольства страны решают вопрос сейчас о вывозе тел погибших на родину. Для этого выделили специальный самолет. Тем временем в больницах Москвы остается трое пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Пожар на складе на Алтуфьевском шоссе унес жизни, как я уже сказал, 17 человек. Причиной могло стать короткое замыкание в лампе на первом этаже. Там находилась типография. Едкий дым от загоревшейся бумаги и красок поднялся по шахте лифта в раздевалку, где спали после ночной смены девушки. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.